Здравствуйте, уважаемые поклонники футбола и любители Камеди Морган. Меня зовут Сергей Дурепа, и мы ведем свой репортаж прямо из Одессы, с центрального стадиона «Черноморец», где сейчас проходит матч за Суперкубок Украины. Ситуация до боли напоминает Майдан. Оранжевые против бело-голубых. Посмотрите, какие у нас подмышки! На матче присутствуют Ринат Ахметов, у которого выросла вторая голова, и теперь его аппетит, соответственно, удвоился. А также Григорий Суркис, который после пластической операции теперь имеет три уха. На экране это четко видно. Судебная бригада из Германии. Сзади стоят два морячка, которые по окончанию матча их расстреляют. Петя Иванов, коренной житель Донбасса. Обратите внимание на ваши экраны. Стартовый склад. За складом Мирча Луческу. Ну что же, уважаемые телезрители, смотрим лучшие моменты этого матча. В общем, короче, пацаны, смотрите, чтобы все было гладко, да? Привет. Аккуратненько, здорово, брат, только не попалите. Ты товар принес? Да. Вот деньги. Спасибо. Все, пацанчики, сделка прошла нормально. Это вообще что? Это футбол. Лучше пошли в театр на Гришковца. Опасный момент, удар, и это... аут, к сожалению, да. Пополнение счета, карточки Киевстар на 25 гривен покупаем. Старик, извини, у меня просто UMC. Судья еврей, судья еврей, судья еврей. Текила хаба, текила хаба, текила хаба. Пацаны, зацените, я вам сейчас такой фокус приколю. Смотрите, я нагнусь, и мячик прокатится. Ха-ха-ха, прикольно. Да ну это фигня, вот у меня фокус, видите, 15, видите? Оп, 4, вот это фокус. Быстробеги обходит Костолонова, а хотя нет, не обходит. Чувачки, я, конечно, извиняюсь, но у меня телефон что-то не ловит. Не могу смс-ку отослать. Вот связь у вас плохая. Да подожди, ты дай одну смс-очку здесь отошлю. Как бы так незаметно нос вышмаркать? Ой. Эй, ты, лови пас! Лови пас! А теперь бей по калитке! Ты кого лови пасом назвал, ты? Иди сюда! Да я имел в виду, прими мяч! Вот, ёханый бабай, идите лучше «Дом-2» смотреть. Дом-2, 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 ну что ж, закончился «Дом-2» и начался второй тайм. Прыгай, прыгай, прыгай! Мы тебя ловим! Прыгай, прыгай, прыгай! Да ну, чуваки, какой прыгай? Тут реально высоко, я боюсь. Прыгай, прыгай, давай, лошара, прыгай. Ты это, ко мне сзади не пристраивайся. Я говорю, не пристраивайся ко мне сзади, блин. Парнишка, а ты мне понравился. Ты не против, если я твой телефончик запишу? Алло, судья, тут мой сосед поиграть хочет. Можно, да? Давай, беги. А что делать надо? Ты беги, беги, судья все объяснит. Красавчик, теперь иди туда, к боковому арбитру. Судья Гомосек! Судья Гомосек! Чувачок, иди сюда! Не могу, я тут корешу пообещал марихуаны дать. Держи, брат. Спасибо, брат. Носок запрячь. Я понял, брат. На поле нельзя курить. Что ты куришь там? Ой, как меня штырит. Отойди отсюда, пожалуйста. О, какая травка. Вот-то как зацепило. Вам плохо? Какой плохо, мне очень хорошо. Вот я морозюк. Вот-то, что ж. Отличная марихуана, посмотрите, я Нео. Да какой Нео? Смотрите на меня, я чужой. Это чужой. Это чужой. Не понимаю, при чем здесь чужой? Спанч Боб гораздо прикольней. Ну, ребятки, порадовали вы меня чужим вот этим. Ты красавчик, да. Ты тоже, да. От тебя приятно пахнет, да. Ты побрейся, да. Да, спасибо, да. Да, позвони мне вечером. А ты кто такой вообще? Да я просто за хлебом вышел. А, я понял. И ты тоже молодец. А почему нас никто не целует?
А ты кто? Да я уже объяснил, я просто за хлебом вышел. Я понял. Мужички, дайте-ка я вас покрепче так вот. Ну как тебе здесь? Да нормально вообще. Я вот только одного паренька в белой футболке послал за хлебом, он пропал куда-то. А кушать Демьяныч, ептить-колотить, ты ж мне трешку должен. Кто это? Гришковец. И с этим ведь ничего не поделаешь. Ничего не понимаю. Лучше бы на футбол пошли. Да, надо менять паспорт, фамилию и валить в Румынию.